Доброе утро, марсиане! По-русски говорите? У марсиан праздники закончились. Праздники закончились. Особенно у марсианок. Поэтому... Поедем снова в те самые дали. Щучьи. Щучьи. Как вы вчера сказали, ощучились. Ощучились. Посмотрим, что дальше будет. Да, вчера три щуки успели хватануть, а четвертая... хватанула крючок и убежала. Покормили крокодила и домой поехали. Да. Нам бы хотелось вот хорошую кучку сегодня. Ну, ты сказанул. Марсиане выбрались проверять донки. Первые две пустые, а здесь позитив. Вот вчера вечером у нас тут, мы одну сняли, и тут же забросили живчика и оборвало. Я, конечно, довязал, но этот вон в лунке. Сейчас мы за нее возьмемся. Ну, давай, Иришка. Так, тут нормально все. Не замерзло. Ага. Сейчас ложкой прошкиришь. Размотай ее сверху, туда, в сторону. Отмотай вот эту, положи в сторону, расчисти лунку, а потом уже проверяй, есть там, нету. Размотай. Да, вот так вот, ага, с запасом. Давай, еще раз мотай здесь. В сторону положи, все, чисти. Ну, потрогай, может, там нет уже никого. Ты смотри. Так, почистил лунку? Мне кажется, да. Ну все, давай тогда потихонечку. Через силу не рви. Леша, я сейчас тебе отдам. Тихо. Все нормально, ты умеешь. Травила, да? Угу. Это лунку. Не торопись заводить. Здесь шнурок хороший. С флешкой, по-моему, да? Пусть травливает, пусть бегает. Вес-то неплохой, похоже, да? Марсиане! Вес! Не ори на нее! Ты ее пугаешь! Тихо! Тут ты что? Меня а зачем суваться, Иришка? Ну что ж такое, покажи. У нас багорика нету. Да куда торопиться, палку в рот и... Где укусила? Очень сильно? Ну так. Не рваная рана? Покажи. Так, ладно, все. Держи снег, пока снег. Снег опусти. Я тебе говорила, что я приеду, я поймаю. Говорила. Я тебе говорила, что ты много играешь с рыбой. Надо... вытаскивать, а не играться. А я говорил, что не надо пасть в руку. А что у тебя пальчики трясутся? Во-первых, больно. Во-вторых, смотри, крючок. Это вчерашний. Вот да. Он. Слушай, а как она? Она его вышла. Смотри, это вот вчерашняя жилочка, да. Ты видел, какая у нее пасть была? Да пасть открыта. Вот палку воткнуть и все, она зацепила и спокойно вытащила. А я пальчиком зацепила. И она взяла... Ух ты! Смотри, на чем она сидела! Так я тебе говорю, она еле-еле... Смотри, на чем она сидела! Если бы ты ее доставал, ты бы не достал. Потому что ты играешься. О, смотри. Ты много играешься. Все. Понимаешь? Много играешься. Надо всем давать шанс. Еще. Пососал. Вот он, вчерашний разбойник. Понимаешь? Ни секунды покоя. Она на флешку села, на флешку. Где? Что? А, ну да, флешка. Ну да, флешка. Вместо этого самого. Так уже эта флешка работает третий сезон. Вот. И с хорошей веревкой. Технологии не сдаются. Реально оставалось один раз мотануть. Она бы даже, если бы я ее не это самое, я бы ее по весу даже не вытащила.
Поздравляю. Начало дня хорошее. Я не исключаю, что она может быть икорная. Ну, в любом случае, там печень. А нет, она конечно, икорная. Я говорю, вот... Это... Ириш, как это называется? Я вовремя поменяла мормышку на блесну. То есть вместо мормышки опять блесна? Да. То есть тебе вот окуни на мормышку не подходят? Тебе опять щука потребовалась. Красава. Ух ты, смотри как. Подожди, так она оборвалась, нет? Нет. Нет, 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 нет. А я ж тебе перевязал ее, да? Ну, красава. Снимай. Рука дрожит. Подожди, у тебя на этой руке палец больной, да? Да. Так, ладно. Поехали, а то там ворона вон орет. Может, она там всю рыбу нас сейчас уже утащит. Да, орет, это не страшно. А что? Страшно, когда запнется. Приехали снова на место. Я не вижу опять кружка. Вот сейчас подъедем. Я пока его не вижу. Сейчас подъедем и будем смотреть, что там. Мне кажется, это мы вчера видели уже, да? Кто шевелится? Донка? Донка. Иришка уже тащит. Молчу. Подожди, надо почистить. Да. Пока не я. Но она тащит вниз. Сейчас, подожди. Это хорошо. Растащит. Ириша, ты поняла, что пальцем нельзя больше? Поняла. А? Да. Хорошо. Потому что щук в озере много, а пальцев осталось всего 9 штук. Ну, что-нибудь скажи, что ты чувствуешь. Я чувствую страх. Давай, может, я ее отпущу. Ну, ты вот договоришься. Ну, давай, потихонечку тогда. Если рот будет открыт, я палку суну. Хорошо. Ну, давай, суй. Или что, не надо. Давай суй. Поздравляю. Опять-таки, нанотехнологии. Вот они наши, нанотехнологии. Флешки. Импортозамещение. Да, окунь может где-то и есть, но здесь вот его нету. Здесь, похоже, одни щуки. Уже третья щука с одной лунки. Тут щука стоит косяком. Еще сейчас здесь донка одна стоит рядом. И там еще три. Но в эту я не очень ближнюю верю почему-то. Хотя, да, сейчас посмотрим. Ну, хотя, а вот там, где три стоит в ряд, там больше верится. Вот одна стоит, раз. Там два, а вот где третья, я не вижу. А их три. Вот сейчас поедем вдоль и доедем до третьей. И посмотрим, где она, третья. Вот вторая, да, и вот третья. Да, зря я верил. Ну что будем делать? Проверять. Третья, говорили, нету. А вон, подошли, а ее вытащила сразу. Заглушили снегоход. Иришка говорит, не кричи. Я говорю, ну что не кричать? Вон ее уже вышмыгнула. Там вес? Ты спустил, Ириш, подожди. Так ну, надо подожди, вот, вот. Да подожди ты. Так что? Да ничего, надо. Я стравливаю. Но вдвоем же нельзя. Будешь тащить? Что, кто будет тащить? Давай тащи ты. Давай, у тебя получается. Только комментируй. Я сам хочу знать. Не облет. Только не облет. Так, тащите. Небольшой. Палку все. Сейчас доиграешься. Стоп. А-а-а, стравился. Слушай, а что на палку не схватил? Тебе давать нельзя, ты же будешь шморгать через край. Да, конечно, это именно, конечно. Но это неинтересно. Через край. Интересно, когда она сойдет. Риш, вот, да давай вот без этого сейчас, а? Мне только сейчас этого не хватало. Вот не хочет открыть. Все, схватил упал.
сука, 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 подожди, подожди. Можно я достану? Конечно, кто-то. Можно я достану? Ну почему джекпот достается все время кому-то другому? Ну, в общем, порыбачили в удовольствие. Но что показательно, в плане заметно, Даша, ни одного налима. Потому что не ловили налима. Цель была кушка хорошего, вот такого весеннего. Ну и щучек половить. В общем, все удалось. Домой. Собираемся домой. Там большие новости. За неделю очень много меняется. Сами понимаете. 10-е, 11-е сегодня марта. 22-й год. Затею. Но был же круг! Что? Я не знаю, что. Как круг же был! Как его теперь доставать? Дальше еще хуже. Ой, давай. Да ну, блин. Я буду зад держать. Вот сейчас туда встану. Вот. Блядь, накопали, блядь. Была же трава. Давай, поехали. Мама!